На финальную серию, я думаю, что у Магнитогорского Металлурга шансы на победу в финальной серии выше. Я думаю так, потому что основной вратарь Магнитогорского Металлурга Василий Кошечкин, на мой взгляд, намного сильнее, чем Федотов. Вот. Федотов молодой, неплохо играет низом, но верх у него, ну, довольно слабый, особенно вот я лично видел несколько раз, как он уворачивается от шайбы, когда она ему в голову летит. Вот. То есть, если тренеры нападающих Магнитогорского Металлурга этот момент заметили, то я думаю, что розыгрыши через верх будут с высокой вероятностью попадать в ворота армейского клуба. Вот. И плюс защитники ЦСКА прекрасно понимают, что у них такой вот вратарь, и не так, ну, защитники, нападающие, они не так агрессивно будут, я думаю, в нападении играть, потому что, ну, провалы в обороне будут чреваты голами, а Кошечкин это, ну, это стена, которая там десятилетиями защищает ворота Магнитогорского Металлурга. Он не так хорош снизу, потому что он не такой молодой, да, как Федотов. Но на опыте он вверх прикрывает очень хорошо. Единственное, в последний вот в этом сезоне Кошечкин не такой стабильный стал, как был раньше. Поэтому, я думаю, 1-2 матча ЦСКА вырвет, а, наверное, даже один разгром на вырвет. Но из-за какого-нибудь провала Кошечкина, который у него вот бывает где-то один раз в три матча, да, в последнее время. А что касается общей серии, я думаю, у Магнитогорского Металлурга, конечно, шансы намного выше.